Всем добрый день! У нас наконец-то пошли огурчики. Я их сеяла в этом году в открытый грунт очень поздно, 24 мая. Поэтому они немножко уже запаздывают. Я знаю, что уже многие собирают огурчики, уже заготовки делают. Но у нас вот мы начинаем собирать. И сегодня я хочу с вами поделиться и рассказать про тепличку, в которой я выращиваю огурчики. Итак, приглашаю вас на обзор моей теплички. Я подхожу к нему. Вот так он выглядит снаружи. Нашу тепличку, огуречник он называется, так как положено, мы покупали в 2016 году. То есть мы используем четвертый год. И вы знаете, я ни одной минуты не пожалела, что мы его приобрели. Сейчас расскажу о всех плюсах, потому что минусов у этого парника или теплички, как хотите назовите, нет. Его главное установить, обшить. Муж обшил его плоским шифером. Вы можете обшить чем угодно, но я вам очень рекомендую приобрести. Во-первых, это очень недорогая вещь по себе. Мы покупали 3 года назад и отдавали 6500 за полностью с карбонатом, со всеми креплениями, со всем. Вот. Я, значит, выращиваю огурчики в один стебель. Как видите, они вот так вот расположились. Вот они пошли, мои родные. Иногда, конечно, я нечаянно пропускаю пасынки, и они маленечко дают отводку. Но я ее прищипываю, оставляю вот несколько огурчиков и прищипываю, чтобы тут заросли не было, чтобы все было хорошо. Аккуратненько и чистенько. Как видите, вот огурчики уже пошли, пошли, пошли. Значит, что еще хочу сказать? Вон там внизу пасынки, надо будет убрать. Если вам покажется, что это маленькое количество огурчиков, нет. Вы знаете, ну, смотря в зависимости вашей потребности, количество членов семьи, которые кушают огурчики. Ну, все от, как говорится, от аппетита. Но дело в том, что мы выращиваем, я всегда выращиваю по 5 семян. То есть я сажу 5 семян. Обычно я рассадным способом это делаю. Но в этом году я упустила этот момент и пришлось мне посеять в грунт. И тем не менее, они уже догнали. И все хорошо с ними. Они еще не опоздали, а пошли в самый срок. И еще хочу сказать один момент, что у нас в этом сезоне очень аномально холодные ночи. Несмотря на то, что уже сегодня 23, по-моему, нет, 24 июля, у нас сегодня температура ночью 13-14 градусов. Это очень холодно. И для огурцов в открытом грунте, вы знаете, они останавливают рост. А так как огурчики растут в основном ночью, то такая температура, конечно, им некомфортно, и они просто не растут. И у меня соседка выращивает в открытом грунте, и она говорит, вообще не растут, даже плети не растут. Ну, а если плети не растут, вы сами понимаете, откуда возьмутся огурчики. Так, это я одну половину вам показываю, и вот здесь вторая. В этом году, так как я решила, у меня консервация подзакончилась, я буду побольше делать, поэтому я его полностью заполнила, огуречник. С обоих сторон у меня огурчики. Вот эти висят хорошенькие такие. Видите, тут сюда даже залетают пчелки. Ну, там тоже. Значит, что по поводу того, что вы скажете, что вот там вот он упирается уже в потолок, так называемый, да? Кстати, вот эти усики надо обязательно обрывать, потому что огурчики на них силы тоже тратят. Это у меня перекладинки муж сделал. Это просто из плинтусов положил вот такие поперечины, которые я подвязываю. Очень удобно, можно их двигать. Они мобильные, где у вас растение сидит, вот туда и ставите это. Значит, по поводу того, что вот в двух местах я сегодня буду делать эту процедуру. Значит, как быть? Огурцам же надо продолжать расти. А куда расти, когда потолок?
Все решается очень легко и просто. Вот смотрите, снизу у меня огурчики висят, да? Завтра они будут готовы, то есть до завтра я эту процедуру отложу. Далее, значит, когда у меня здесь не будет огурчиков, я начинаю опускать плеть и сворачиваю ее кольцом. Не присыпаю грунтом, сворачиваю колечком и все. И оно продолжается, я также подвязываю. Также подвязываю верхушечку, и он продолжает спокойно расти. Вот. Так что, друзья, я очень-очень вам рекомендую, приобретите. У вас отпадет вопрос, где выращивать огурцы каждый год, потому что ну, кто-то меняет место. Я четвертый сезон выращиваю на одном месте, и я не ощутила разницу, огурцы не болеют. Как бы тут свой микроклимат создается, и перепады вот эти температуры, они не так чувствительны. И огурчики, конечно же, растут и продолжают расти ночью, потому что такая температура все-таки, как сказать, не как снаружи. Вот. Так что я, вы знаете, довольна очень-очень и рекомендую, еще раз повторюсь, ну, присмотритесь. По крайней мере, я не знаю, сколько сейчас стоят огурцы. Я высаживаю сюда партенокарпические, то есть самоопыляемые, потому что хоть и залетело, вот там я вижу, летает оса или это пчелка, ну, она что-то даже и не садится. Ну, я, как видите, с огурчиками, вот они идут, 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 прям хорошо. Не думайте, я еще раз говорю, что кажется вам мало, да что там по одному огурчику висит. В зависимости от сорта, какой вы выберете, вот здесь висит по два уже, есть и по три, все зависит тоже от сорта. Так что вот присмотритесь. Все, значит, дверки раздвижные, легко двигаются. Все, вот на одной стороне 4 двери. Вот сейчас я вам покажу. Вот эта дверь, она тоже открывается. Сейчас мы с вами откроем ее. Ой, извините, что так что висят. Видите, снизу все оборвано, и потом можно спокойно плеть укладывать. Обрезать, конечно, нижние листики, потому что, чтобы не было процесса гниения. И все, но случается вот и такое. Вот видите, я, конечно, сейчас это уберу. Обязательно. За этим надо следить. Вот, видимо, что-то было непонятно. Но бывает и такое. В этом сезоне у меня еще вот такие длинненькие огурчики. Но они нравятся мне. Они, знаете, как вот у них, как вот мы в магазине покупаем, вот тепличные называются. И вот что-то это из этого разряда. Вот этот огурчик. И он сладенький, такой вкусный, хороший. Ну, он салатного назначения, конечно. Вот с этим я хотела с вами сегодня поделиться, рассказать. Присмотритесь к этой тепличке, и вы всегда будете с урожаем огурчиков. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Всем желаю хороших, богатых урожаев. И до новых встреч!